Новое приложение станет гидом по утерянному архитектурному наследию Бреста. Буквально один клик по экрану смартфона, и у вас в руках оживает история. Вернуться в прошлое и увидеть исторические жемчужины, от которых остались лишь руины, позволит приложение «Ребрест» с дополненной реальностью. В тестовом режиме взят осколок средневековья. Бернардинский монастырь – место с глубоким историческим прошлым. Берастейцы, наоголь, как бы жихары города, они мусят ведать свою историю, историю своего города. Як ту, що ми можемо побачити, так і ту, яка не заховалася, але яка була раніше. І ця частка спадщини, ця частка нас самих. Коли я познайомився перший раз в 16-му з технологією доданої речовісності, для мене одразу було зрозуміло, що це інструмент, який можна використовувати у тим ліку у нашій темі, тому що він дозволяє вельми ефективно, вельми презентабельно візуалізувати менавіто тое, чаго зараз нема, тое, што было страшна. Но на одном строении дело не ограничится. В перспективе еще минимум 7 объектов планируется оживить. Эффект визуализации дополнят и другие приемы. Прорабатывается вопрос о внедрении текстовой и аудиоинформации. Но важное правило – не будет никаких сухих справок, выписок и скучной информации. В новом формате будет изложена история о строении, его создателях и в целом об эпохе. Плануем робить экскурсийные маршруты помеж объектами. Покуль не распрацаваны еще текст, не вельми хочется робить его сухим энциклопедичным, хочем сделать некое живое оповедание не только про будинки, про людей, которые тут жили, которые их будовали, про историю, как они жили, что робили, чем занимались. Для этого сейчас ведем перемовы, шукаем доследчиков, которые бы сделали легкий, зручный, цікавый для людей. К слову, над созданием приложения работает целая команда. Привлечены специалисты из других городов и даже стран. Архитектор, к примеру, проживает в Пинске, а программисты из Армении. Запуск приложения «Ребрест» планируется к тысячелетию. Тестовая версия выйдет раньше.